В Одинцово Экспо открылась ярмарка выходного дня. Свои лучшие продукты представили производители из разных регионов страны. Знаменитая азовская халва из семечек подсолнечника и кунжута с разными добавками, более 30 видов любимого лакомства. А для тех, кто старается питаться правильно, серия конфет ручной работы из сухофруктов от пятигорских производителей. Курага, изюм, чернослив, финики, без сахара и консервантов. Фермеры из Тамбова привезли в Одинцово домашнюю колбасу, окорок, буженину, сало, кострец, домашнее масло и сыр, а еще вкусный студень. Сыроварня «Ингола» вновь радует посетителей Одинцово Экспо. Более 30 сортов сыра, разные выдержки из цельного молока коров и коз сделаны вручную по европейской технологии. Также на ярмарке вы найдете соленья, сушеные ягоды и грибы, знаменитый иван-чай, а к чаю сладости от лучших производителей страны. Ярмарка выходного дня завершится в воскресенье, а 19 января Одинцово Экспо вновь откроет двери центра, чтобы пригласить гостей на традиционную выставку «Будьте здоровы», которая продлится до 24 января. Побалуйте себя товарами отечественного производства по доступным ценам. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».